Всем привет! Мы продолжаем серию видео про обслуживание снаряжения. Сегодня поговорим с вами о клапанах сухого костюма производства фирмы Apex. У нас есть костюм, клапан поддува, клапан сдува. Надо их обслужить. Первое, что мы делаем, демонтируем клапана. Все точно так же, как и с клапанами CTEC. Надо просто их открутить. Никакого специального инструмента нам не понадобится. Снимаем клапан поддува. Снимаем клапан сброса воздуха. Так, начнем с вами обслуживать клапан поддува. Значит, клапан поддува Apex значительно проще устроен, чем клапаны CTEC, и разбирается очень просто. То есть, посмотрите, вот здесь вот есть шток, и на нем есть фиксатор. Итак, нажимаем на кнопку и удаляем наш фиксатор. Дальше просто вынимаем шток. Как вы видите, у нас здесь два о-ринга, и именно эти о-ринги нам предстоит заменить, ну и также нанести смазку. Берем наш инструмент и удаляем о-ринги. Аккуратненько, не повредить шток пластмассовый. Второй о-ринг. Дальше чистим наш шток зубной щеткой от загрязнений. Удаляем всю старую смазку. И ватными палочками чистим шахту этого штока на самом клапане. После того, как мы все это почистим, надо желательно все это промыть. Теперь откручиваем штуцер поддува. Используем ключик, чтобы проверить о-ринг в этом соединении. И желательно опустить штуцер на 5-10 минут в уксус, чтобы очистить его от отложений, которые на нем образуются. Так, сняли, точно так же удаляем о-ринг. Все, теперь это в уксус. И после очистки начинаем сборку. Так, мы все промыли, прочистили, взяли новые о-ринги. Теперь начинаем сборку. Берем силикон, наносим немного на о-ринг, ставим о-ринг на место, прикручиваем. Большое усилие для затяжки не надо прилагать, потому что резьба нарезано непосредственно в пластике, можно сорвать легко. Дальше смазываем наши о-ринги от штока и одеваем их на шток. Потребуется больше времени и опять же наш инструмент. Thank you.
Так, о-ринги поставили на место, теперь собираем. Пружинка, шток с кнопкой, нажимаем и фиксатор. Так, фиксатор на месте, начинаем собирать. Прежде чем собирать, также очищаем посадочные места от загрязнений. Также можно нанести на них немножко смазки силиконовой. Это не обязательно, но так будет легче скользить. Так. Ставим. Прикручиваем, туго затягиваем. Все. Мы желаем вам удачных погружений, сухих, нетекущих костюмов. На этом мы с вами прощаемся. Подписывайтесь на наш канал о дайвинге и путешествиях. Там вы найдете очень много интересного и полезного.